мы приехали в славный город Темиртау. Этот город известен тем, что здесь трудился наш президент, здесь сосредоточена промышленность, металлургическая промышленность нашей страны. Лично мне этот город очень нравится, потому что здесь широкие улицы, всегда чисто, и люди очень добрые. Очередной город Казахстана с нами. Для молодежи делается очень многое. В частности, на сегодня могу сказать, что есть программа «Топ-100 молодых». Это выпускники высших учебных заведений, проходят собеседование, проходят отбор. Критерии – это высшее образование, знание иностранного языка, государственного языка желательно. И их устраивают простыми рабочими в цеха, крупные цеха комбината, где ребята начинают осваивать простую рабочую специальность, постепенно строят свою карьеру. В нашем вузе почетным выпускником, которого является Нурсултан Абишевич Назарбаев, обучается около 3000 студентов. И, безусловно, мы проводим большую работу с молодежью, инициатором и активным проводником всех мероприятий в нашем университете является организация студенческого самоуправления. У нас работает комитет по делам молодежи, у нас работает Альянс студентов Казахстана. Я бы хотел заняться немного, можно сказать, другим направлением, это кибернетика. То есть делать что-то, что будет работать непосредственно без твоего участия. То есть, я не знаю, это какие-то дроны, это какие-то, ну пускай это хотя бы будет машинка, которая будет ехать, ты будешь ей указывать указкой, она будет ехать в это место. То есть, можно сказать, искусственный интеллект. Маңғыстауды көрмеген, былай суреттен көрдім. Мен міндетті түрде барам ол жаққа. Көргім келеді менің де.